Друзья, всем доброго утра. Хочу себе завтрак приготовить. Вот омлет делаю, два яичка разбила, с молочком взбила, колбаску полукопченую, перчик болгарский добавила и добавила свежий помидорчик нарезанный, зелени свежей. Все перемешала в микроволновочку. Вот у меня 4 минутки в микроволновке постояло, все уже запеклось. И сверху еще вот добавлю сыр нарезан. И тоже микроволновочку на минуточку, чтобы растаял сыр, и буду завтракать. Всем приятного аппетита, готовьте это вкусно. Готов мой омлетик, сыр растаял. Вот такой вот аппетитненький, сочненький получился омлет. Посмотрите, сколько там жидкости, горячо. Вот так вот. Буду с сухариками, с пшеничные хлебцы есть. И налила напиток. Это у меня здесь мед, имбирь, куркума, лимон. Кипятком заливала, делала такой чай. Всем приятного аппетита, готовьте. Пока-пока.